Получилось не слишком здорово выступить у российской пары. Хочется верить, что все свои успехи они приберегли на европейское, потом, может быть, и мировое первенство. Арбитры оценили Твизла, во-первых, положительными оценками, а во-вторых, на четвертый уровень. Еще пару лет назад, когда возникали проблемы у Кати и Дмитрия с Твизлами, но вот в этом сезоне как раз-таки Твизлы спортсмены подчистили. В ходу сезона неоднократно партнерша меняла платье, то в черном, то с элементами оранжевого, предстает перед публикой Екатерина Боброва. Ух ты, вот это уже...